Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібні зміни у сучасній системі освіти. З нами кандидат юридичних наук Павло Мінка. Вітаю вас. Власне, перше питання – це продовження нашої попередньої розмови. На ваш погляд, чи потрібно вводити нові предмети до шкільної програми? Здравствуйте, спасибо за приглашення. В очередной раз мы обсуждаем эту тему, и мне кажется, что вообще диалог об образовании, он должен длиться, длиться и длиться. Спасибо вашему каналу за этот актуальный вопрос, который он поднимает публично. И отвечаю на тот вопрос, который вы сейчас задали. Вы знаете, у меня есть ощущение, что первое, необходимо даже не добавлять предметы, а сокращать. Как это ни странно звучит, возможно, для людей старшего поколения это покажется неким таким замахом на систему образования, как же так сокращать и так далее. Но действительно, сейчас в системе образования накопилось очень много ненужного материала, информации. Дети не усваивают эту информацию, в жизни она им никак не нужна. И смысл ее доносить, ну, скажем так, речь идет скорее даже не о предметах, а о том, каким образом эти предметы преподаются. Не нужно детям, может быть, знать всю математику в том виде, в котором она сегодня преподается. Не нужно детям знать непосредственно историю в каком-то ключе определенном, знаете, вот видение истории. Им необходимо, возможно, доносить некие азбуковые знания, основополагающие и так далее. То есть мне кажется, что нужно сокращать не в плане того, что предметы прям удалять, а скорее их оптимизировать. Для того, чтобы ребенок, он лучше ориентировался в мире, необходимо давать ему азы. Средняя школа, она называется средней, но на деле она начальная, по сути дела. По сути дела, поскольку здесь человек получает некие фундаментальные знания. Вот эта фундаментальность, она должна быть. Но есть один предмет, который абсолютно необходим, его нужно добавить, безусловно добавить. Безусловно, необходимо работать с родителями, с педагогами, с организаторами, с правительством, кто выделяет деньги, кто понимает, зачем это необходимо, со всеми людьми. По поводу этого предмета. Он в мире, в практике европейских стран, в практике Америки обрел название «Философия для детей». Коротко, что такое философия для детей? Уже давно пришли к мысли, что ребенка нужно учить мыслить, не давать ему знания, грузить его знаниями. Понимаете, знания – это хорошо, но необходимо еще умение их обрабатывать. Необходимо, чтобы ребенок сам мог, знаете, эти знания по полочкам раскладывать и уметь достать нужную книгу, в кавычках, книгу с этой мысленной полки. Необходимо давать не только знания, но умение ориентироваться. Необходимо учить ребенка логическим операциям. Необходимо учить ребенка критическому мышлению. Необходимо учить с самого раннего возраста. Иными словами, философия для детей – это такая педагогическая стратегия, которая разработана несколько десятилетий назад на Западе, но она уже имеет богатство материалов. И суть ее заключается в следующем. Ребенок воспринимается как собеседник. Это не резервуар, не пустой резервуар, как сложилось в системе образования у нас сейчас. То есть ребенок – это пустой резервуар. Его нужно нагрузить, накидать в него знания. Он должен их воспроизвести, как, знаете, магнитофон кассетный включил кнопку или там воспроизведение поставил, и он воспроизводит. Если он воспроизвел правильно – хорошая оценка. Воспроизвел неправильно – плохая оценка. Философия для детей имеет другой подход. Ребенок воспринимается не как резервуар, пустой резервуар, а как некая личность, потенциальная, развивающаяся.
И необходимо вступить в беседу с этой личностью. Причем не просто в беседу, а в провокативную беседу. Необходимо ребенку задавать острые, провокационные вопросы, мировоззренческие вопросы. И контролировать только процесс, вот класс сидит перед тобой, контролировать процесс непосредственно отвечания. Здесь нет плохих или хороших ответов. Учитель выступает в роли такого Сократа. Вы знаете, Сократ, он приходил на людные площади Афин, и он не столько учил, сколько задавал конкретизирующие вопросы. Ведь вопрос – это лучшая форма работы. Почему? Потому что правильно заданный вопрос, правильно заданный – это оружие, которое может спровоцировать мышление, может спровоцировать ребенка подумать. Вот у него есть утверждение, определенное утверждение. Он сказал «так, так, 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 так». А ты спрашиваешь его, и ребенок понимает, что его утверждение, оно что-то там имеет какие-то недочеты. И пытается исправиться, или защитить утверждение, или перестроить его. Работа здесь построена в форме диалога, в форме провокации, в форме вопрошания. Ну, простой пример. У меня был опыт в частной школе такого рода работы. И я спрашивал у детей, кстати, уже достаточно взрослых, им по 13, по 14 лет, спрашивал, вход и выход – это одно и то же? И они начинали отвечать. И один говорит, ну как, вход, вот вход, он вход и выход. А тут ребенок отвечает, один говорит, вход и выход – это одно и то же. А почему? А потому что через те двери, в которые мы входим, мы и выходим. И это одно и то же. Понимаете, тут не важно, прав он или нет. Важно то, что он начинает искать некие формулировки, которые объективно, адекватно, они развивают его в качестве человека оценивающего, анализирующего. И поэтому провокация в философии – это, наверное, основной метод. И поэтому, если бы я стал министром образования, я бы разрабатывал стратегию философии для детей в учебных заведениях, причем с самого раннего возраста. Так, якщо ми вже почали говорити про нові предмети, чи потрібен, на ваш погляд, такий предмет, як основи релігії? Он нужен, кстати, я являюсь религиоведом, преподавателем религиознавства. Я защитил диссертацию по государственному регулированию сферы религии. Я считаю, что этот предмет нужен, но в каком ключе? В ключе исключительно светском. Когда в 2000-х годах этот предмет разрабатывался как в Украине, так и в России наиболее активно, известный богослов, миссионер, проповедник Андрей Кураев, он сказал, что это культурологический предмет. И он выступал, говорил, что детям необходимо на светском языке, на языке культуры, в том смысле, что религия есть некий объект культуры, доносить определенные посылы. А потом, когда я увидел его учебник, не знаю, он, может, был переработан, и в предисловии было написано, что если, дети, вы захотите принять Христа, я не спорю, это все хорошо, я только за, если человек религиозен, пожалуйста, какие проблемы. Но у нас есть принцип светскости в образовании. Мы все-таки не должны мешаться в мозги детей. Мы должны их скорее подталкивать, находить в них некие точки, определенные точки, на которые ты надавишь, и ребенок раскрывается, ребенок находит свои потенциалы, ребенок развивается. Это гуманистический подход. Но если мы начнем навязывание, это плохо. Поэтому в светском виде, как религиоведческий предмет, как просто исследование религии, исследование религиозной культуры, а ведь, как ни крути, религиозная культура – это базис, на котором все выстроено, и мы так или иначе отголоски христианской религиозной культуры. Это нормально. Но опять же, где найти педагогов – это другой вопрос. Я не буду сейчас его поднимать. Последнее, что я скажу, это очень опасная тема, когда есть ребенок, который еще не очень хорошо ориентируется в этом мире. И когда мы пытаемся влезть в его мозги, мы, педагоги. Есть у Аманашвили
потрясающего гуманистического педагога такие слова, что ребенок должен быть свободен от влияний, от вторжений государства, от вторжений идеологии, от вторжений плохого общества, от вторжений, от любых негативных вторжений. То есть мы, педагоги, должны создать для ребенка некую среду, в которой бы он развивался как личность, развивал свои потенциалы. Ну, а говорю, что Амонашвили, к сожалению, сам не избежал этого искушения и, по сути, в итоге от вторжений религии не застраховал детей. Он ушел в оккультные религиозные течения, они его подмяли под себя, и он, к сожалению, клонит сейчас в этом смысле. Но мысль сама по себе правильная. Ребенок должен быть освобожден в школе, а не закрепощен. Ребенок должен быть свободен. Свободен, понимаете? Мы, родители, ребенка отдаем в школу, и здесь он должен найти почву для своего развития, для того, чтобы раскрыть себя, и для того, чтобы не вырос очередной инфантильный, психологически нестабильный взрослый человек, который не понимает, что ему делать в окружающем мире, не понимает, куда идти, не понимает, что есть право, что есть лево, потому что для него может быть право – это лево, лево – это право, который не может ориентироваться, не умеет мыслить. И когда такие люди выходят в мир, ну тогда начинается мировая история. Эта мировая история, к сожалению, очень плохими красками наполнена, как правило. А мы должны создать ту атмосферу, которая воспитывает человека, человека с большой буквы. Зазвичай, вже до старших класів, учень може визначитися, які предмети йому ближче, чи то математика, чи історія. Чи потрібен, на ваш погляд, розподіл класів на, умовно кажучи, природничі та гуманітарні? Думаю, так. Да. Мені кажется, це правильно. Но опять же, понимаете, я сужу со своих позицій. Ви знаєте, коли ви спрашиваете, а що делать, если бы мне дали в руководство среднюю школу, такую стабильную среднюю школу, в которой учатся, предположим, 2000 детей, в которой очень много работает людей. Я не уверен, что я понимаю прекрасно, как все хорошо и правильно изменить. У меня есть ощущение, что рубить тоже нельзя, знаете, нельзя вот так все взять и переделать, и сделать как хорошо. Необходимо находить некие пути, некие способы реформирования, которые были бы наиболее адекватны. Со своей позиции, я лично как сужу, я человек, который в образовании очень удивительный путь прошел. Я плохо учился в школе, я плохо учился в лице, я плохо учился в вузе и практически не посещал, я прогуливал. Но я занимался самообразованием. Понимаете? Но не каждый будет брать и заниматься самообразованием. Я мог прогуливать уроки математики для того, чтобы прочитать «Преступление и наказание» Достоевского. Это было, это реальный случай. То есть у меня неделю не было неделю в 10 классе, поскольку я читал Достоевского и все время занимал именно Достоевский. Но я не могу мерять по себе всех. И для меня бы было приемлемо, конечно, выборное образование, для меня, для такого вот типа личности, выборное, когда родители, ребенок, они посовещавшись, он говорит, я тяготею к этому, они выбирают что-то и так далее. Но у нас очень часто дети вообще не могут определиться, что им надо, что они хотят. Понимаете, у нас взрослые не могут, взрослые люди. А здесь 8 класс, там, предположим, да, и вот ему говорят, давай определяйся, а что ты хочешь в этой жизни? Бывает, в 20 лет не могут определиться. Сейчас степень инфантилизации населения очень возросла. Почему? Если раньше в 14 лет человек, это уже человек, взрослый человек, там, король прямо, то сегодня в 20-25 лет это, как правило, дети уровня 14 лет. То есть развитие очень мало происходит. У нас почему-то резко, несмотря на все технологии, затормозилось развитие человека. Сегодня инфантилизация тотальная, кромешная. Люди в 20, 25, в 30 лет, они не могут понять, что им в жизни надо. Поэтому вести сейчас разделение и сказать, дети, выбирайте, с родителями там вместе, конечно же. Но я не уверен, что это сработает в наших условиях. Но вообще, по логике, это правильная вещь, по логике моей, по моему внутреннему ощущению, это правильно. Ребенок все-таки должен иметь некую свободу выбора. Поэтому, скорее всего, нужно находить золотую середину. А золотая середина заключается в том, что необходимо ввести ряд действительно обязательных предметов, а половину, как минимум, или
может быть, не половину, а там треть, да, сделать факультативами. Ну, какие это обов'язкові предметы? Обязательные. Надо человека научить писать, читать. Это обязательно. Надо человека научить азам математики. Это обязательно. Надо человека научить азам физики, химии. Это обязательно. Азам. Я не говорю, что сейчас сдаваться, понимаете, в обучении. Азам. Некие такие экспресс-курсы. Экспресс – это сейчас слово такое модное. Ну, с другой стороны, у нас очень много в школе по экспресс-курсам. То есть, понимаете, человек химиком же не становится, изучая химию в школе. Ну, вот нужно найти какие-то оптимальные пути. То есть я думаю, что человек должен знать базис, некий базис для того, чтобы просто ориентироваться в обществе, а потом факультативное образование. А это факультативное образование, оно призвано к тому, чтобы развивать некие уже понятые стороны, понятые. Человек понял, что ему это нужно и так далее. В школе это сделать, я повторяю, сложно. Сложно. Поэтому необходима философия для детей как вообще базовый курс. То есть это занятие мышления, занятие диалогов, занятие общений. Необходимо школьную систему перестраивать больше от знания как истины, как фактора, как ресурса, как то, что является высшей ценностью, к мышлению, к работе, к диалогу. Понимаете, здесь дело не столько в том, что давать ребенку, какие знания не давать, а дело в том, что изначальный принцип образования должен перестроиться к работе с ребенком в диалоговой, в провокационной форме. Понимаете, в провокационной. Ви говорили про самоосвіту. Наскільки вона, з вашої точки зору, є ефективною? Сьогодні самоосвіта є найбільш ефективною взагалі образування, як таковою система образування, дає дуже мало, що середня система образування, що вища система образування. І тільки якщо чоловік займеться самообразованням, він може стати образованим чоловіком. Ви розумієте, до якої степені у нас кризис образування? Что самообразование является наиболее эффективным способом обучения. Я сегодня читал лекцию людям, взрослым людям, которые приходят просто за деньги, достаточно большие для нас, для нашего региона, просто послушать лекцию, казалось бы, которая должна бесплатно читаться везде и всюду, и в школе. Но у нас нет такого уровня, понимаете? И люди очень часто осознают в 30, в 40, в 50 лет, даже в 50 лет, что им необходимо именно самообразование. Поэтому я считаю, что сегодня нужно создавать в рамках системы образования государственной. Мы ее не можем убрать, мы не можем ее удалить, мы не можем ее адекватно реформировать в нынешних условиях. Даже если бы меня назначили директором некого департамента, у меня бы возникли сразу проблемы, и объективно я бы не смог ничего сделать. Хотя я знаю, как сделать школу. То есть дайте мне школу, я из нее сделаю 5 лет иммунитета, 5 лет меня не трогайте, вот просто государственного иммунитета, 5 лет от меня отстаньте, я из этой школы сделаю что-то эффективное, что-то. Вот я говорю, что-то, почему? Потому что я же не знаю, там, как будет развиваться, как мне трогать. Но то, что она будет на уровне, это да. Но сегодня мы сталкиваемся с огромным количеством проблем. Проблема связана с коррупцией, с некими дурацкими навязанными данными, с некими дурацкими навязанными предпосылками и стереотипами, с некими дурацкими навязанными задачами. Понимаете, департамент хочет оценки, и поэтому их рисуют. Департамент хочет отчеты, поэтому их пишут и так далее. А объективно с образованием это никак не связано. Это просто отчеты, это просто бумаги. И что делать в этой ситуации? Что делать в этой ситуации? Каким образом можно как-то в лучшую сторону ее изменить? Ответ один – создавать некие островки образования. А эти островки образования – это островки самообразования. То есть, я не знаю как, частники, некие частные педагоги, я не знаю, вот видите, такая формулировка, частные педагоги, наверное, она возможна сегодня, которые создают некие мини-школы, где они экспериментируют и пытаются действительно вывести образование в правильном русле, в образование с большой буквы создать.
некие островки образования в частных школах, я сказал, а в государственных тоже возможно это. Возможно следующее, что есть некий заведующий кафедрой, который прикрывает всех своих талантливых педагогов, сам создает эти бумаги, пишет отчеты, он такой бюрократ, но он прикрывает всех. И этот заведующий кафедрой дает возможность своим педагогам раскрыться и создать вот этот островок образования. Но все эти островки – это всегда островки самообразования. Это островки, когда сам педагог учится. Он не просто приходит, как, знаете, говорилка, как сейчас модно называть это, говорящая голова, да? А как человек, вступающий в дискуссию, в диалог с равными себе, хотя это его ученики. Тобто за цією логікою ви досить низько оцінюєте рівень середньої школи і вчителів, зокрема? Да, ну, конечно, низько оцінюю. Понимаете, сьогодні середня школа знаходиться на уровні... Вы знаете, не сказано это на телевидении, но опыт очень большой, и, к сожалению, это уровень какого-то пошлого шоу на ТВ очень часто. Сегодня средняя школа очень похожа на некую свадьбу в селе вперемешку с митингом, патриотическим митингом. То есть вот некая свадьба вперемешку с патриотическим митингом. Это хорошая метафора. Почему? Потому что вот какой-то угар происходит, трэш происходит. Я не исключаю определенных педагогов, которые действительно находятся на высоком уровне и которые являются вот как раз этими островками образования. Где дети приходят, и дети там не образовываются, а самообразовываются. А педагоги выступают в роли таких катализаторов, провокаторов. То есть все зависит не от системы, а от конкретной людины? Сегодня система конкретных людей давит. Давит, убивает, уничтожает и угнобляет. Сегодня, чтобы прийти в педагогику, необходимо либо быть мразью, которая под эту систему подстроится, будет брать взятки, детей там доить, не давать никакого образования, а имитировать это образование, писать отчеты и надувать щеки, понимаете, важность создавать. Либо эта система, она бывает лояльной. В некоторых моментах, мы можем сказать, не все же одинаково, да, не все же одинаково плохо. В некоторых моментах все-таки эта система и хороша, и нормальна, и правильна. Но, понимаете, здесь, знаете, на карте как бы это изображают, там красные точки, зеленые точки, там какие-то вот очаги некие, очаги возгорания. То есть в целом она очень красная, очень такое возгорание происходит серьезное. Но в некоторых моментах она помирна, зелена, где-то там есть умный руководитель, умные директоры школ, умные руководители второго звена, которые пытаются создать очаги образования и собой прикрывают весь этот напад, навал этой самой системы образования, бесчеловечной, глупой, ненужной в целом, в своих принципах. Почему я так радикально сужу? Ну, по той причине, что это очевидность, понимаете, это как вот, знаете, нерв воспаленный. Он воспален и все. Знаете, можно его там прикрывать, закрывать, рассказывать, что это не так, а это так. И второе, что хотелось бы сказать... Сегодня система образования, ее проблема в том, что она не устраивает меня, но она всех устраивает. Родители воспринимают школу каким образом? Чтобы сплавить ребенка, простите, ну как иначе, тут жаргона надо выражаться, ну и все. Отдать его, чтобы он не мешал какое-то время. Каким образом воспринимают чиновники как способ дохода, причем наживы такой, хороший. И все, в принципе, все приняли эти правила игры. Но для образования это не важно, для настоящего образования. Настоящее образование на этих правилах не строится. И вся беда заключается в том, что сегодня люди договорились, такой социальный договор, негласный договор, что это хорошо, это нормально, это правильно. И люди в итоге, они попадают в ситуации, в которых... Они не знают, что делать. Вырос человек, он взрослый. Он думает, я умный, у меня высшее образование есть. А он не понимает элементарных вещей.
И это вредит ему в жизни. Рушится его бизнес, рушится государство, рушится некая сфера, социальная сфера, в которой человек обитает. И он не понимает, а почему это произошло? А потому что изначально нет мышления, изначально человек воспринимает мифы, а средняя школа сегодня транслирует мифы, мифы или миты, как сегодня приняли в новом законе. Миты, мифы. Человек сам не может думать, и он при этом уверен. Он уверен, что он умеет мыслить, что у него все хорошо и все замечательно. Поэтому неэффективность системы образования, с одной стороны, она выгодна, а с другой стороны, она нам всем в итоге выходит, как говорят на жаргоне, боком. Выходит боком. И проблемы возникают у всех на местах у большого и маленького человека из-за отсутствия элементарных образовательных вещей возникают проблемы. Зараз у середній школі діє 12-бальна система оцінювання. Як вважаєте, наскільки вона є об'єктивною по відношенню до дитини? Мені кажется, вообще это не имеет особого значения. 12-бальная, 100-бальная система. Понимаете, градации это разные. Что такое 100-бальная? Вот в вузах 100 баллов, да? Предположим, нужно набрать. Мне говорят, 60 баллов – это как тройка, да, 65, 67. Студенту все равно, получает он 65 или 67. Студенту все равно, получает он 77 или 79. Студенту все равно, по сути дела. Поэтому эти градации – это формалистика, которая не очень имеет какое-то отношение к реалиям образования. Я даже не хочу эту тему обсуждать, поскольку, знаете, ведем мы 50-бальную систему, 30-бальную или 10-бальную, к реальному образованию это мало имеет отношения. Как бы там ни пиарили все эти системы, все эти движения, ввести какие-либо баллы, плюс-минус и так далее, все это относится к форме показать работу. Показать работу неких чиновников министерства. Но к реалиям это отношение не имеет. Все равно градация такая. Хорошо ты знаешь, так все знаешь. Или там вообще не знаешь, и все, и никак иначе. С цього року у школі вводять 12-річку. Це багато чи мало, на ваш погляд? Это много. Абсолютно много. Поскольку, вы знаете, программа перенасыщена уже сейчас. Еще раз говорю, моя схема следующая. Необходимо детей, учить мыслить. Это первое. Учить мысли. То есть вводить философию для детей, смежные предметы, которые бы помогали ребенку в диалоговой форме осваивать эту жизнь, понимать ее, думать, учиться. Это первое. И второе. У нас уже в нашей системе и так очень много знаний, в кавычках, которые не нужны и которые знаниями не являются. Сегодня очень много інформації, яка носить характер пропаганди і ідеології. Сьогодні... Що ж, я вам дякую за цю розмову. На жаль, лишається вже не лишається навіть часу. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом юридичних наук Павлом Мінкою. На все добре.